несносные человеки. Мы, хаски, захватили власть, потому что вы не смогли справиться с каким-то маленьким вирусякой. Скажите спасибо волшебным какашкам Бублика. Он спас планету, потому что коронавирус просто задохнулся. Петя, да я же говорю, он тупой и двоечник. Я не двоечник, просто иногда бывают моменты, когда сложно что-то выучить. Может, пойдем по базарим? Ты на кого батон крошишь, серая сопля? Ну все, это было последней каплей. Я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, и я не строю глазки. Чё, как? Всем хосячий привет, меня зовут Бандит, и я первый в России хаски-видеоблогер. Мы не няши, мы злобные волки. Так что к тем, кто не подпишется на мой канал, я приду ночью и укушу за бочок. Отец, а тебе не кажется, что проводя конкурс среди подписчиков, ты кое-что забыл? Совсем куку, рыжая сопля. Чё я смог забыть? А где ты будешь покупать призы? Смартфон, кольцевой свет и штатив. Тебя ж без маски в магазин не пустят. И через нос пэй расплатиться не дадут. Нельзя незащищенным носом в терминал тыкать. Бублик, ну я реально хожу без маски. А в магазин мне ходить и не нужно. Я все куплю в интернете, нам все доставят на дом. А вдруг в том магазине будет дорого? Бубленце, ты балбес, смотри. Вот нужно мне на приз купить смартфон Huawei P30 Lite. Где я его буду искать? Просто в интернете? Не-а. Я буду искать его в Е-каталоге. Заходим, забиваем название. Опачки! И ищем самую низкую цену. По ней и будем покупать. Можно, кстати, все характеристики гаджета узнать и даже покрутить его в 3D. Е-каталог очень удобен, когда покупаешь что-то из техники. Тут же и отзывы есть. Теперь наша задача найти кольцевой свет со штативом. Пишем «кольцевой свет». Опа! Вот, пожалуйста, и ссылка на магазин с ценами. Я думаю, надо выбрать вот такой. Мы же хотим, чтобы победитель моего конкурса стал настоящим блогером, и ему нужен хороший свет. Отец, ну мы же с тобой хорошие блогеры. Ну, вроде да. У меня 1 миллион подписчиков, у тебя почти 800 тысяч. Тогда почему у нас нет кольцевого света до сих пор? Бублик, не вопрос. Если ты хочешь, чтобы тебе в морду светила какая-нибудь лампочка, сейчас найдем ее на Е-каталоге. Во, смотри, лампочка с пультом. Светится разными цветами. Возьмешь ее в пасть и будешь ночью светить, когда мы гулять будем. Кстати, хотя-то ссылочку на Е-каталог для России и Украины я оставлю в описании. Пася, стоп. А ты уверен, что у меня в пасти есть электричество? У каждого хаски есть электричество. А для особо одаренных напоминаю. Хаски ты, хаски я. Между нами молния. Мы хозячие розетки в 220 вольт. Хаски ты, хаски я. Между нами молния. Ты не суй на пасть свой палец, а то стукнет лихана. Да ладно сказки рассказывать, вы никакие не электрические. А ты попробуй, умник. Да легко. Дожился, у меня дома живут электрические хаски. А ты во всем плюсы ищи, человечишка. На электричестве зато сэкономишь. Бубликон, как ты считаешь, а не пора ли нам снова вернуть нашу хосячью магию? Согласен, папася, потому что только с помощью нее мы сможем захватить мир. И с каких это пор ты вынашиваешь планы по захвату мира, рыжая сопля? А с тех пор, пенсия, как родился. Смотри, мы постоянно терпим от этих человеков ужасное унижение. Начнем с того, что они постоянно моют нам лапы. Да, это вопиющееся негодяйство. А еще они не дают нам оладушки, запрещают оставлять кучки в квартире и вычесывают. Это вообще подлое коварство, шерсть наша собственность. Поэтому, пенсия, нам нужно пойти и отобрать у младшего человека всю нашу хозяйчую магию. Точно, а еще мы получим магию раздавленного им камнеежки и точно сможем поработить этих человеков. Младший человек, тебе капец. Псы, отстаньте, у меня сейчас дистанционка. Не, ну ты тупой, тебе же сказали, тебе капец. Ну и что вам от меня надо? Ты должен отдать нам нашу хосячью магию. Ага, она мне и самому пригодится. Я, например, могу заколдовать училку, чтобы она мне ставила одни пятерки. Фу, трати драгоценную хосячью магию на повышение успеваемости? А собственными мозгами не можешь, да? Пенсия, да я же говорю, он тупой и двоечник. Я не двоечник, просто иногда бывают моменты, когда сложно что-то выучить. В этот момент магия и помогает. Да ну, я не поверю. Хосята, поставьте лайк этому видео, если бы вы хотели использовать волшебство в школе. И напишите, как бы вы его использовали для повышения успеваемости. Отец, я предлагаю заканчивать разговоры и отобрать нашу магию этого гнусного младшего человека. Нам нужно срочно поработить мир. То есть, вы считаете, что магию для учебы использовать нельзя, а для порабощения мира можно? Да! Не, ну ты реально дурачок. Хватит задавать дурацкие вопросы. Отдавай нам нашу магию! Ладно, как скажете. О, круто! Теперь надо проверить, как она работает. Бублик, предлагаю превратить младшего человека в кота. А
отличная мысль, папася, и мы будем его гонять. Хасямба, масямба, младшего человека в кота превращамба. Я не хочу его гонять. Он противный и воняет человеком, просидевшим 3 недели на самоизоляции. Я предлагаю еще раз протестировать нашу магию на человечихе. Человечиха, быстро нам дай оладушков. Пожалуйста, великие волки, вот наши оладушки. Оладушки! Оладушки! Папася, а почему нас кормят с каким-то мясом постоянно? Я вот, например, колбасы хочу. Легко, бубленце, смотри. Сейчас колбаса из холодильника переместится на пол. Юху! У нас все работает! Отец, это вопиющееся негодяйство. Мытье лап после прогулки тоже должно закончиться. Да вообще легкотня, бублик и тублик. Я просто магическим усилием остановлю воду в этом душе. Не понял, куда вода делась? Ты гений! Наши мучения закончены! Теперь мы будем ходить по квартире с грязными лапами! Отныне вы порабощены великими хаски! Готовьте нам оладушки, а мы с Бубликом идем порабощать весь мир! Прошло 3 недели. Отец, ну и как тебе ощущать себя в роли властителя мира? Да вообще класс! Все цыпочки наши, еды полно, все человеки нас слушаются. О, папася, тебя опять по телеку показывают. Чё, как, гнусные человеки? Мы, хаски, захватили власть, потому что вы не смогли справиться с каким-то маленьким вирусякой. Скажите спасибо волшебным какашкам Бублика. Он спас планету, потому что коронавирус просто задохнулся. Сегодняшним указом я объявляю всех кошаков вне закона и требую немедленно найти и привести ко мне кота Серегу, который украл у меня косточку. Ну чё, я нормально выглядел? Конечно, отец, ты настоящий диктатор. Я думаю, надо обложить данью каждого человека Земли. Они обязаны нам платить по килограмму оладушек в месяц. Папася, ну на Земле 7 миллиардов людей. Это что, у нас будет 7 миллиардов килограмм оладушек каждый месяц? Ура! Так, вставайте, гулять пошлите. Быстро гулять. Быстро гулять, сказал. Давай, давай, нам погулять нужно точно. Давай, пошли, пошли, пошли. Я не понял, это что, был всего лишь сон? Да, это вам все приснилось. Давайте быстро гулять пошли. Капец! Мой самый любимый человек – это человек-дед. Он часто ходит с нами гулять и всегда покупает нам вкусняшки. Нет, папася, я люблю человека-деда больше. Он меня гладит чаще. Вопиющееся негодяйство! Ты что, хочешь сказать, что он любит какую-то рыжую соплю больше, чем благородного серого волка? Да ты посмотри на себя! Это я красивый рыжий волк, а ты просто облезший серый старикашка. Бублик, не буди во мне зверя. Я сейчас включу режим волка, и тебе капец! Да ты меня уже достал пугать. Я становлюсь сильнее с каждым днем и прямо сейчас тебе наваляю. Навалять ты можешь только кучу в углу. Так что вали отсюда, меня человек-дед любит больше. Чё, может пойдем по базарим? Ты на кого батон крошишь, серая сопля? Ну все, это было последней каплей. Я больше так не буду. Меня очень расстраивает твое поведение. Старших, особенно родителей, нужно уважать и слушаться. Хасята, напишите в комментах, вы слушаете своих родителей? А ты, Бублик, довел меня до такой степени, что тебя пришлось проучить. Будешь еще так делать? Не, папасечка, ну правда, прости, я больше так не буду. Мне надо еще немного подрасти, чтобы тебя навалять. Хасята, и продолжаем мой конкурс на миллион, заключительный отборочный тур. Напоминаю, надо было станцевать всей семьей под мой трек на миллион и прислать видос в мою группу в ВК. Победителя выбираете вы, просто пишите в комментах цифру клипа, который вам понравился. В следующем ролике проведем финал и определим ту семью, которая получит приз. Набор блогера, смартфон с хорошей камерой и кольцевой свет со штативом. Я 2 года на ютубе, они быстро промелькнули, миллион перешагнули, волки рулят. Блог, где я был как только мог. Первый рэпчик мой про хаски. Я бандит, не строю глазки. Я 2 года на ютубе, они быстро промелькнули, миллион перешагнули, волки рулят. Прозвали вы ютублик.
Асята, и время для обзора ваших прекрасных артов. Спасибо, что присылаете их в нашу с Бубленцей группу ВК. Погнали! Волки рулят.